Мур, привет, друзья! С вами Зверько. И начну с маленького объявления. Я уеду по работе на несколько дней, так что отдохнете от меня. А теперь приступим к новостям обновления 1.3.0.2. Селена немного увеличили рост ХП от уровня. Второй навык. Максимальный стан теперь 3 секунды, а не 2.5. Ускорение накладывается на 2 секунды, было также 2.5. Мартис. Первый навык. Множитель теперь 130%, ранее 100%. Кусака. Прирост атаки с уровнем 7.05, был 8.55. Харли. Ульта. Вернули процентный урон от схлапывания кольца. Теперь он опять 50%, был 40%. Хаябуса. Увеличен отхил пассивки на 1%. Но сейчас он не прописывается. Теперь он 5%, а не 4%. Ульта. Увеличили урон и визуальный эффект. Но теперь нет отхила от крипов. Кайя. Уменьшен прирост ХП. Теперь 190 вместо 210. Люнокс. Увеличен прирост ХП. И от первого светлого навыка идет больше урона. Мои предсказания продолжают сбываться. Гататкача. Чуть уменьшили прирост брони от уровня. Чу. Первый навык. Добавили дистанцию рывка на 20%. Опять. Ульта. Уменьшили врожденный урон, но увеличили множитель предметов до 200%. Франка. Первый навык. Крюку улучшили контроль. Теперь расстояние не зависит от уровня, оно сразу максимальное. Также увеличили урон второго навыка. А еще теперь он зависит от максимального ХП Франка. На этом все изменения героев в патче 1.3.0.2. Если вам понравилось, подписывайтесь, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!